Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся с вами в Таиланде. Остров называется Ко Чанг. Слоновий остров. И этот пляж, вид, на котором мы сейчас снимаем, называется Банг Бао. Сам пляж красивый, место красивое. Песок хороший. Сейчас будем потихоньку выходить отсюда. Единственная водичка вот эта, она не то что грязная, но она слегка такая мутноватая. И сверху плавают разные, то ли пена, то ли деревяшки еще, то есть такая немножко не лазурно-прозрачная, чистая. Вот. Также само место очень красивое. Выходим отсюда. Русскоязычных здесь мало, насколько я заметил. В основном все иностранцы, австралийцы, англичане, немцы. I'm sorry. No problem. No, good. У меня камера здесь ничем не защищена от воды. Поэтому я сказал, что извиняется, что плюхнулся водичком. Но никаких проблем нету, все нормально. Вот сейчас выходим на сушу. Вот, как видите, вода такая слегонца мутненькая. Здесь такие волны идут сильные из-за того, что очень много проезжает катеров, кораблей. Здесь стоят бунгало. Здесь в основном все бунгало или все вообще какое-то жилье на этом самом острове можно снять как от 200 даже бат, но это самое такое дешевое, вообще просто, скажем так, зашел и просто одна кроватка стоит, лег. Вот, грязно, конечно. Также и до 6, до 8, 10 тысяч бат. За 3000 бат можно снять в сутки, это 3000 рублей. Очень даже приличное, красивое, нормальное бунгало. Ну что, друзья, пока это все. Смотрите Анзор ТВ.